работает система ГРАД! Что ты мне за антиквариат суешь? Этой модели уже 2 года. Кто бросил бумажный пакет с водой в машину помощника прокурора города? Мам, ты меня слышишь? Мам! Где телефон? Какой? Телефон где? На кухне! Похоже, у нас ЧП. Какой у тебя детдом? 26. Всего доброго, Семен Саевич. И вам всего доброго. Ей плохо, она в больнице. Порядка 1500-2000 долларов. Я найду эти деньги. Алина Сергеевна, а с вами кто-нибудь разговаривал на языке цветов? Со мной? Опа! Так, ну что тут за пробка? Рассаживаемся. Так. И по какому случаю праздник? Ладно, разберемся. Рассаживаемся. Слушай, Лёва, откуда ключ в замке нарисовался? Его же там не было. Я откуда знаю. Ну и кто мне скажет, что это? Букет. Спасибо, что проинформировали. Я спрашиваю, это общая инициатива или чья-то личная? Дежурный? Я. Вы можете это как-то прокомментировать? Никак нет. Значит, лично. Садитесь. Китайские розы, 5 штук. Я вижу, кто-то хорошо освоил язык цветов. И кому выразить благодарность за восхищение моей красотой? То есть, я так понимаю, цветы на столе сами выросли. Полина Сергеевна, а записки в букете нет? Увы. Ну что, подарить смелости хватило, признаться, нет? Слушай, это что, Макар, что ли? Да черт его знает, похоже. Да он, больше некому. Хорошо, это дело принципа. Я не начну урок, пока не выясню, кто это. Полина Сергеевна, это несерьезно. Взвод учил, зубрил, так сказать, а вы вот... Так, Макаров, это твоя работа? А что сразу Макаров-то? Ну а кто тогда? Так, пацаны, ну-ка колитесь, кому тут у нас делать нечего? Ладно, подождем. Времени у нас много. Я все равно выясню. Не одна, так с офицером-воспитателем. Дежурный, где ваш офицер-воспитатель? Это я. Что я? Ну, цветы. Это я принес. Еще совсем зеленый. Весна на сердце. Пытает, наверное. Да прям, небось уже целуется. А что, поцелует красавица чудовище и превратит он в принца прекрасного. Слышь, ты гоблин, тебя кто просил скакивать? Это что, твой букет был, а? А что твой? Не твое дело. Ты что, выперся, а? Ты же видела, она хотела за взводом послать. За взводом? Слышь, ты дитя агронома. Девушка только начала кокетничать, а он тут же нарисовался.
Рыцарь, блин. Решенный мозгов. Просто я подумал. Что ты подумал? Надо было табличку на доской повесить. Какую? Какую? Здесь впервые подумал перепечка. Да пошел. Подожди. Что он сказал? Ничего. Извини, я серьезно, что он сказал? Ну, спросил, где я взял букет. А ты? Сказал, что секрет. Молодец, и все? Еще сказал, что между нами ничего не может быть. Серьезно, прям так сказал? Ну да. Жестокая женщина. Ладно, живи, перепечка. Слышь, Мак, а ведь это твой букет, да? Видимо, табличку на доской надо поменять. Здесь перепечка подумал дважды. Садись! Приема пищи приступить! Приятного аппетита! Пацаны, слыхали про первый взвод? А что там? Короче, у них на дискач не бывал, никто не идет. Опаньки! С чего это вдруг? У них была контрольная по химии. 15 двоек. А второй взвод сегодня отмучился. Говорят, задачи какие-то дурацкие. Та же фигня будет. Что там за разговоры? Трофимов! Когда я нем, ты глухонем! Суворовец, Трофимов, как надо отвечать? Так я же глухонем. Ты локти убери со стола, умник. А у нас же послезавтра химия. Обидно, блин. Чего тебе обидно, блин? Ты с дискотекой пролет. А нафига тебе дискач, печка? Ты ж с этикеткой роман крутишь. Трофимов, почему локти опять на столе? Товарищ прапорщик, ничего не могу с ними поделать. Зато я могу. На ужин придешь с двумя учебниками. Зачем? Будем учиться правильно сидеть за столом. По методу Суворова. Во время еды будешь держать учебники под мышками. Каждое падение на ряд вне очереди. Товарищ прапорщик, так я же... Еще одно слово, и книги заменим на тарелке. Продолжить прием пищи. Макар, ну что, обскакала тебя перепечка? Скакалка еще не выросла. Да ладно, Макар, а то и не видел, как тебе челюсть чуть не отвисла. Ну так веник махали, как языками. Ой-ой, вице-сержант сердится. Не к добру это. Работаем, братцы! Макар, а ты подумай. Хочешь, я сам к ней пойду, скажу, что это с тебя цветы были. Опа! Интересный поворот. Ну-ну. А с чего ты взял, что это мои цветы? Ты же сам говорил. Чего ржете? Перепечка, блин, тебя только в клетку запихнуть и за деньги людям показывать. Да ладно, Макар, расслабься. Мы и так давно поняли, что это ты. Ну, молодцы. Макс, ты что, реально втрескался? Она ж старая. Сам ты старый. Ну сколько ей реально? Года 22. Ну и что? Вон дети своих пипеток на дискотеке зажимайте. Это такая пришла, вам так уговорит. Да ладно, Трофим, амур не убирает. Только вот несерьезно все это. Все равно тебе с ней ничего не светит. У меня через неделю ее телефон будет. Ну-ну. Да. Синицын, мне нужно $1500. $1500? Слушай, ты что, в Увале в казино зашел? Тебе зачем такие бабки? Я потом объясню, но мне очень срочно надо. Слушай, ну не знаю. 1500 зелени. А как ты отдавать будешь? Мне главное найти, а потом я как-нибудь отдам. Не знаю. Ну ладно, Синицын.
Спасибо. Нет, погоди, слушай, ты хоть скажи, тебе зачем такие деньги нужны? Это потом. Слушай, Синица, можешь объяснить, что такое валентность? Слушай, ну это вообще главное понятие. Если ты не понимаешь, что такое валентность, ты вообще ничего не понимаешь в химии. А я это не отрицаю. Ты как-нибудь доступна. Блин. Ну, допустим, вот у нас пиджаки, да? С одной стороны 5 пуговиц. Вот представь, что с другой только 3 петли. Мы на одну пуговицу можем застегнуть, на 2 можем, на 3, а на 4 уже не можем. Хотя всего пуговиц 5. Понятно? Ну, как бы да. А если 5 пуговиц, значит, можно 2 оторвать или прорезать. Еще 2 петли. Так, перепечка, стоп. Мы же не про пиджаки говорим, а про валентность. Давай еще раз. Э, народ! Ну выбирайте, кто мне памятник ставить будет. А ты че, помирать что ли собрался? Нет, это вы помирать собрались. А я пришел вас всех спасти. Вы что, шпоры пишете? Забейте. Чего это? Ты что, химика завалил? Ну пока еще нет. Ну советую нам вместе это сделать. Блин, Трофим, заколебал. Кончай загадками говорить. Короче, послезавтра у химика день рождения. Я только что встретил физика. Он собирает со всех преподов по 50 рублей на подарок. И что? Вы что, реально не догоняете? Хорошо, для тех, кто в бронепоезде, объясняю с подробностями. Анжелика Сергеевна, это не алкоголики, это наши избиратели. Мне что, самому приехать и извиниться? Анжелика Сергеевна, мне что, вам напомнить, кто вас туда назначил? Ах, вот если не надо, так вот, чтобы к вечеру все было сделано. Да и мне доложено. Да, к вечеру. Искать, Петр Иванович. Тоже мне клад, чтобы тебя искать. Так, скажи мне, что ты делал в Суворовском училище? Я? Да, ты, ты. Когда? Прости меня, я не записал. Петр Иванович, да я не был в Суворовском. Что мне там делать-то? Да действительно, что тебе там делать в пятницу в 3 часа дня? Тебя видели! А-а-а. Это мой наследник тебя в оборот взял. Да какой оборот, Петр Иванович, о чем вы говорите? Да не был я в Суворовском. Машина рядом стояла. И что же она там делала? Да там жители ближайших домов жалуются. У них под окнами паркуются все, кому не лень. А они в мэрию катают телеги коллективные. Ну я подскочил, народу объяснил так и так. Говорю, голосуйте как надо, мы вам стоянки откроем. Молодец. Но смотри мне, если я узнаю, что ты моему презенты таскаешь. Петр Иванович, ну мне что делать, больше что нечем. Да, да, я слушаю. Алло, привет акулам политики. Извините. Александр Николаевич, здравствуйте, это Максим. Ваш партнер по художественной фотографии. Не знаете, что ли? Да, узнал. Да, 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 слушай. Александр Николаевич, мне тут по фамилии один телефончик надо пробить. Угу, записывайте. Ольховская, Полинси. Слушай, а в лоб пробить тебе не надо? С кем это так? Да есть тут один. Представляете, узнал мой телефон, теперь трезвонит постоянно. Избиратель? Да какой избиратель? Ну, Петр Иванович, так, инвалид на всю голову. Удот, блин. Фу ты. Слышь, Макар, можешь с тобой поговорить? Говори, язык есть. Ты знаешь, где можно достать 1500 долларов? Ого, какие цифры. Что значит достать? Ну или одолжи. А тебе зачем? Надо. Всем надо. Ты же мне не сигаретку спрашиваешь. Понимаешь, за 1,5 штуки и грохнуть могу. Ну. А ты часом киллера нанять не хочешь? Этого Сырникова. Чпок. Макс, ты серьезно? Прости, нету. Банка, блядь, верни. Ну, что, как идет? Ну, вот еще 2 столбика родил. Сухой, дуй сюда. А с гитарой что? Договорился со вторым взводом, обещали дать. Чего?
Вот твой кусок. Нифига себе, я столько не запомню. Ну иди тогда химию учи. Подожди, сядь. Придумай, пожалуйста, рифму на слово химия. Это я всем говорю. А то мне, кроме синей, вообще ничего в бошку не лезет. А что ты думать-то? Химия, это ж... сейчас, подожди. Ну, химия... Ну, как, короче... Ладно, ладно, потом подумаю. О, химия, алхимия. Гениально. Иди еще подумай, пушки. Слышь, Трофим, я рифму придумал. Химия, епитимия. Чего? Ну, епитимия. Это что-то из церкви. Минимальный пороть обязан никуда не отлучаться из помещения рота без разрешения дежурного пороти. Немедленно докладывать дежурному пороти о всех происшествиях в роте. Будить личный состав при общем подъеме, а также ночью в случае тревоги. Подожди, про неисправности пропустил. Какие неисправности? О замеченных неисправностях и нарушениях требований пожарной безопасности принимать меры к их устранению. Блин, как это выучить? Ни одной рифмы. Не могли, что ли, в стихах написать? Не могли. Давай еще раз. Макс, слушай. Че это? Делай это. Его упаковано. Короче, я знаю, как можно вычислить телефон этикетки. То есть Полина Сергеевна. Ты что, председатель колхоза в ЦРУ работает? Нет. Кто бы сомневался? Тебе зачем ее телефон? Я думал, тебе надо. Думал, меньше думай, перепечкай. Как хочешь, хотел помочь. Подожди, ладно. Скажи, что ты. Короче, я видел, когда взводную палочку искал, журнал смотрел. Какой журнал? Куда оценки ставят? Подожди, они всех преподов телефоны в журнал заносят. Не знаю. Раз палочка есть, значит, и этикетки тоже есть. Мало что, вдруг там срочно найти надо. Ну, понятно. Слушай, а как мы журнал с тобой возьмем? Они же все время с собой таскают. Не знаю, надо подумать. Думать надо меньше, перепечка. Ты опять? Юмор у меня такой. Разрешите войти? Слушаю вас, молодые люди. Эмма Владимировна, учитель химии просил журнал принести. Можно взять? А где он сам? Он сейчас реактивы готовит, у нас сегодня контрольные. Так, это у нас третий год, да? Так точно. А почему вдвоем? Что, журналы у нас такие тяжелые? А мы за компанию. Добрый день. Здравствуйте. Вот, держите. Третий взвод? Да. Спасибо, он мне как раз и нужен. Что-то я не поняла юмора. Все, ребят, собрались. Идет. И... Поздравляем! 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 Садитесь. А, собственно говоря, что за праздник сегодня? Но ведь у вас же сегодня день рождения. Действительно. Спасибо, я очень тронут. Садитесь, Трофимов. Суханин, садитесь. Виталий Петрович, подождите, это еще не все. Прошу вас на почетное место. Присаживайтесь. Мы приготовили для вас маленькое поздравление. Суворов Сухомлин. Я. Прошу. Есть. Возможно, вы считаете, что все мы тут бездарности. Но все же мы хотели бы признаться в благодарности. Мы химию учили все по школам лицеям, и знания различные мы получали там. Но поняли в Суворовском, что поделиться знанием скорее не профессия, не служба, а призвание! Виталий Петрович, подождите, это еще не все. Не все? Чтоб было много славных лет и много юбилеев, сейчас для вас споет куплет профессор Менделеев! Есть штука, которую видел во сне, мне снилось однажды вот это. Огромные клетки висят на стене, а в клетках стоят элементы. А в клетках стоят элементы. И кадмий.
теперь я твердо знаю, аргентум, купрум, аурум, они не растворяют. А следующим номером нашей программы... Я не знаю, как сложится наша судьба, ведь она очень сложная штука. Развивает меня строевая ходьба и химическая наука. Они прославят вас навек, гордиться буду ими я. Мы не забудем никогда, чему нас учит химия. Спасибо, ребят. Я очень тронут. Последний раз меня так поздравляли еще в университете, когда я студентом был. Спасибо. Ну ты красавец. Слушай, ты вообще что в Суворовском ты делаешь? Тебе надо было поступать, я не знаю, куда-нибудь в Институт культуры. Че я там забыл? Ну там массовики-затейники в почете. Кстати, парни, видели, как химик в конце чуть не разрыдался? Опа, а это кто такой? Щавлик какой-то. А чего его сюда пришпандорили? Черт его знает, может, отличник какой-то. Нам в премьер. Еще бы, такими локаторами только знания загребать. Ага, додик редкий. Да не, парни, вы не поняли, это Суворов в детстве, я. Между прочим, вот этот додик, герой России, посмертно. Погиб по Гудермесам 10 лет назад, закончил наше училище. Из вашего взвода. Вон там спал. Товарищ Павлович. Что? Простите нас. Да что, сынки. Че стоим? Строится на обед. Садитесь, садитесь. Ну, вы у меня красавцы. Про ваш концерт уже все училище гудит. Молодцы, чай идеем. Моя, товарищ майор. Молодец. Талантливый, а главное, скромный. Садитесь. Кстати, Виталий Петрович хотел вас еще раз поблагодарить. Прошу вас, Виталий Петрович. Ребят, спасибо вам еще раз огромное. Но мы с вами... С этим концертом совсем забыли о главном. У нас же контрольная сегодня, итоговая. А узнав сегодня, как вы сильно любите химию, я места себе не могу найти, ведь я лишил вас контрольной. И огромное спасибо вашему командиру, который любезно согласился помочь нам и выделил целый час из суммы подготовки. Да ладно, что ты. Не буду вам мешать, продолжайте. Ой! Достаем тетради по химии, открываем, пишем дату, контрольная работа, условия первой задачи. Да. Илюш, привет. А я тут со Светкой заболталась, мы вчера ее бездик отмечали. Илюш. Ну, извини. Ладно, ладно, прощаю. Но за два чмока. И не в щечку, а куда скажу. А что у Светки было? Да ну. Так, все, заканчиваю. Я только дозвонился. Меня не колышет, дают 10 секунд. Ксюш, давай потом расскажешь, ладно? Воскресенье? Слушай, тут такое дело, я не знаю. Мы только сегодня писали контрольную по химии. А я одна буду. Угу. Папа в командировке, а мама на юбилей фирмы уходит. Между прочим, вернется поздно.
Да я не дразню. Ну, просто могли бы сначала с тобой в кафешку зайти, а потом ко мне домой. Ну, говорю уже, пока не знаю. Но если что, в 12 на старом месте. Ну, заяц, ну прекрати. Зачем ты? Ты же сам сказал прекратить. А ты чё, заяц? Я волк. А ты сос, понял? Старшим крутить не должен. Руки в ноги, шагом марш. Третий взвод. Такой мне праздник устроили, и так отвратительно написали контрольную. Всего две положительные оценки. Обидно. Странно, у них там столько талантов. О, разрешите? Легки на помине. Там на КПП спрашивают, у чьей-то машины шины поколол. У какой машины? А вон там слева, посмотрите. Зеленая, что ли? А, вот чуть-чуть левее еще. Вот она темно-красная такая. Нет, на таком Роллс-Ройсе я еще не скоро ездил. Ну какой же это Роллс-Ройс? Это Опель? Это не Опель, а вот там чуть-чуть вот правее еще посмотрите. И чуть-чуть еще. А, так это вообще не наша. На ней продавщица едет, ну напротив, из магазина который. Так, ну что значит откуда? Видел. Все ясно, так и доложено. Разрешите идти? Идите. Идите, идите. Ну что? Сделал. Молодец. Там только городской. Да пофиг, какой, давай печкой. Значит так, 27. 27. 68. 68. Или 63. Так 8 или 3, печка? Не помню. Ну ты чё, блин? В конце точно 45. 40. Или 25. Ты как смотрел, придурок? Сам придурок, там времени было с гулькин нос. Меня и так чуть не застукали. Да пошёл ты! Макс, ну подожди. Макс, Максим. Привет. Салют. Как дела? Нормально. Уроки сделали? Успею, нам только устные. Какие устные? Что? Устные, говорю, какие? Ну, там история, география, Руслит. Ксюша, ты с кем сейчас разговариваешь? Со мной или с телевизором? Мам, клип интересный. Ты можешь уделить 5 минут своего драгоценного времени для матери? Да, мамочка, извини. Скажи, в котором часу ты вчера вернулась от Светки? В 11. В 11 я еще читала. Ну, может, в 12, а что? Я говорила с родителями Ирки. Она пришла домой, пьяная. Ирка пьяная, да ты что? Я надеюсь, что ты там не пила? Мам, я ушла гораздо раньше. Честное слово. Ты не понимаешь, что в таком состоянии девушка беззащитная, с ней может случиться все, что угодно? Я же говорю, мам, меня там уже не было. И потом, там парни нормальные были. Я не знаю, кто там был! Я знаю одного нормального парня, Илью. И вообще, для тебя сейчас самое главное – это учеба. А ты? Ты или отсутствуешь, или в телевизоре. Вон, посмотри, у тебя учебники все запылились. Ксюша, ну я не против, что ты иногда развлекаешься, но пойми, твои последние оценки – они говорят сами за себя. Мамочка! Ну, я же все понимаю. Ну. Учиться, учиться, еще раз учиться. Ну, ты не волнуйся. Мы с тобой все исправим и все подтянем. Ну, вот сейчас и начнем, да? Ксюшка, я тебя так люблю. Я тебя тоже. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Я очень за тебя волнуюсь. Ну, поняла? Да. Все. Мне на работу. Смотри. Да, я понимаю.
Да. Скажите, ей хоть бы немного лучше? Да, доктор, конечно. Деньги я найду, да, конечно. Спасибо. Алло, Екатерина Сергеевна. Мам! Ксюш, ну как я? Обалдеть! Что, правда чё? Да, слушай, ты в этом наряде моложе меня смотришься. Прекрасиво. Да серьезно, вот сотрудники удивятся. Мужская половина от красоты, а женская от зависти. Да сплюнь, пу-пу-пу. Ты что хочешь, чтобы наша фирма развалилась? Не, ну серьезно, во, класс. Слушай, вот был бы папа, он бы тебя просто не пустил. Боже, я ревную. Так, не надо. Все, я опаздываю. Алло? Я ухожу. Привет, Свет. Так, а кто там будет? Угу. Ксюша, я кладу ключи на тумбочку, да? Да, хорошо. Да. Угу. Ксюша, ты про алгебру помнишь? У тебя в понедельник контрольная. Да-да, хорошо. Ой, сегодня не получится, у меня план был. Потом расскажу. Я пошла! Открыто! Товарищ мэр, разрешите? А, заходи, Менделеев. Красавец. Единственная пятерка на курсе. Я старался. Молодец, все бы так. Говорят, у тебя это первое увольнение? Так точно. Тогда слушай и запоминай. Правило номер один. Где бы ты ни находился, ты в первую очередь суворовец. И только потом Илья Синицын. Дед нахамил, подрался, поругался. Это сделал не Синицын. Это сделал суворовец. В общественном транспорте сидеть запрещаю. Если какой-нибудь твой ровесник место не уступит, ему никто слова не скажет. Если не уступишь ты, на тебя все пальцем будут показывать. Не понимаю, товарищ мой. Понимаю. Помни, Синицын, на тебе форма суворовца. И по тебе судят обо всем училище. Вот теперь понял? Так точно, товарищ мой. Молодец. Алло. Ну и как это понимать? Здрасте. Здравствуйте. Ну, печка. Давай, я пошел. Юноша, вы в своем уме? Извините, я торопился. Я нечаянно. На тот свет не торопитесь. Простите меня, пожалуйста. Простите. Вы мне плечо вывихнули. Так, а где журнал? А вот журнал, Эмма Вадимовна. Так, я эту сладкую парочку, кажется, где-то уже видела. Какую парочку? Ау. Где? Показалось. Слушай, может, плохо посмотрела, а? Да я уже все перерыла. Ну, ключи точно у мамы. Торопилась она. Забыла из сумки выложить. Че, парень, поругались не пускают? Да лучше бы поругались. Понятно. Слушай, хорошее у нас с тобой свидание, а? В тюрьме и то. Хоть на человека дают посмотреть. Так можем через балкон пообщаться. Через балкон? Ну да, я на балкон выйду, а ты на улицу. И что, я тебе буду в мегафон орать, да? Хотя Ксюха,
У меня идея. Какая идея? Ты жди, я скоро. Здрасте. Здрасте. А вы к кому? Я к вам. А кто вы? Я это... МЧС? Ага, МЧС, да. Что-то я смотрю, форма-то знакомая, да? Да-да. А что случилось-то? А, тут такое дело. Мне к вам на балкон нужно. Ко мне на балкон? Да. А что это у меня на балконе? Понимаете, тут недавно в соседнем доме балкон обрушился. Ай-яй-яй-яй-яй, горе-то какое. Да, ну вы понимаете, вы не переживайте, все в порядке, обошлось без жертв, но нам, МЧС, дано строгое указание проверить все балконы в этом районе. Правильно. Нужное указание, давно пора. Ну, проходи, проходи, деточка, только ноги-то вытри, хорошо. Ну что, все в порядке, все прекрасно, еще 100 простоит. Да зачем же мне 100? Я ведь столько не проживу. Проживете. Вот будете на балконе свежим воздухом дышать, и обязательно проживете. Тебе, сынок, спасибо. Это вам. Да, вам. А за что? За образцовое содержание балкона. Спасибо, сыночек, спасибо. Вам спасибо за содействие. Единственное, знаете, у меня к вам еще будет одна просьба. Вы не говорите никому, пожалуйста, что МЧС балконы проверяет. Ну, знаете, в городе паника начнется. Ни к чему. Все, я пошел к соседям. Куда же ты? Через дверь ведь спокойнее. Да, ну, так быстрее. Мне знаете, сколько еще балконов обойти нужно? Так так же опасно. Опасно. А работа у нас такая. Профессия опасная. Сыночек. А у меня выбора не было. Либо рискнуть, либо умереть под дверью от тоски. Соседку, наверное, напугал. Наоборот, успокоил. Так ты, оказывается, спасатель? Спасатель, конечно. Тебя же вот спасаю от одиночества. Даже надо было такое придумать. Слушай, если честно, я ничего не придумывал. Эта бабка сама все придумала. Ну что? Кормить тебя, скалолаз? Погоди, ты сначала с долгами рассчитайся. С какими долгами? Как с какими долгами? С тебя 2 поцелуя, забыла? Ну ладно, держи. Халтура. Так не пойдет. Мы же договаривались. Куда скажу? А. Куда скажешь? Я покажу. Это раз. Это я показывал. Еще 2. Раз. Екатерина Сергеевна, я... Извините меня. Сорвался. Говорил вам. Да ладно, Андрюш. Я все понимаю. Мне и не такого наговаривали. Лучше скажи, что стряслось. Екатерина Сергеевна, мне нужны деньги. Большие деньги. А что случилось? Мама
Ей нужна операция. Или она умрет. Илюшка, любимый мой. Ксюш, ты прости. Может, не надо было? Молчи. Ксюш, я этот день запомню на всю жизнь. Знаешь, говорят, парни это быстро забывают. Мама. Угу. Больше некому. Значит так, ты ее отвлеки чем-нибудь, угу. Я попробую проскочить. Угу. Мам, а чего так рано? Ксюшенька, доченька моя любимая. Мам, случилось чего? Ты прости меня, пожалуйста. За что? Ну, я же тебя закрыла. Ой, мам, да ну ладно, ну слушай, ну с кем не бывает, ну забыла оставить ключи, ну ты же не специально, да? Да нет же, нет, как раз таки я специально, понимаешь? Как, не поняла? Вот так, ну я не знаю, что ты на меня нашло. Ну, я вот так взяла и сделала. Илья! Здравствуйте. Привет. Так ты не одна была. Ну, слава богу, хоть не скучала. Мы тут с Ильей алгеброй. Алгеброй занимались обязательно. Тебе нужно обязательно подтянуть по алгебре. Прекрасно, Илья. Вы извините, мне пора уже. До свидания. До свидания. Пока. Вот. Вот с кем мне тебя не страшно и не стыдно оставлять. Прекрасно. Мам. Погоди. А как он в квартиру попал? Иди реально, ты чё, самую мою руку туда положил? Блин, Трофим, ты каждый вечер какую-то новую бабу вспоминаешь, и каждый раз она у тебя первая. Подожди, короче, беру я её за ляжку и... Слышите, кружок юный девственник, дайте поспать. Интересно, не слушай. Короче, она мне говорит, ой, может, не надо, а сама мою руку оттуда не убирает. Слышь, Синица как заливает. Синица, ты чё, потух, что ли? Думаешь, я в БМП не сильно въехал? Ну ладно, она же тебе сказала, так бампер гнул, помял и все. Ну что там, в конце 45? 34. Ну да, я же помню какие-то оценки. А не поздно звонить? Взрослые девочки в такое время еще не спят. Так, печки где отсюда? Почему? Покачну где отсюда. А-а-а, ну да. Алло. Здравствуйте. Могу я слышать, Полина Сергеевна? Красный вагон навсегда. Белая вода, как вода. Слезы по щекам, снизу вверх. Только не летай, вы.